Полиция мексиканского города Гвадалахара разыскивает мужчину, который открыл огонь по сотруднику консульства США. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на автостоянке, где нападавший ожидал свою жертву. К счастью, раненый сотрудник американской дипмиссии выжил. По словам врачей, сейчас его состояние стабильное. Между тем, личность стрелка пока не установили. За информацию, которая поможет привести к его поимке, объявлена награда в 20 000 долларов.